Тропия Групп Медиа Продакшн. Производство компании Тропьер Групп. Дмитрий из Нижнего Новгорода, Переславль. Алексей засиделся в Костроме, пусть едет по Золотому кольцу в Суздаль. Вы знаете, я ведь уволился. Да, пошел искать счастье в другую компанию. Но через полгода мне предложили вернуться и возглавить Азимут отель Суздаль. Это мой второй отель Азимут на Золотом кольце. Илину из Уфы можно передвинуть с семьей в Воронеж. Меня спрашивали, зачем тебе вообще это нужно? Тащить семью, бросать город. Но я ни на что не променяю этот опыт, эту встряску, уроки и возможности, которые я получила. Стать GM 28 лет возможно только в Азимут. Лену из Владивостока перемещу в Кызыл. Там надо туризм в Туве развивать. Я не собиралась остаться, приехала на подготовку отеля к открытию, проходила обучение по программе и не заметила, как прошел год, и я уже руковожу тремя департаментами. А Григорий говорил, что любит курортные отели, пусть едет в Небук. Все в Москву, я из Москвы. Люблю курортные отели, солнце, пляж, море. Отели огромные. Совсем другая ответственность, и задачи тоже другие. Монику из Владивостока, пожалуй, отвезем на море, Сочи. Я была на стажировке в Кёльне. Изучала работы наших европейских отелей. И вдруг письмо. Вакансия в Роза Хутор. Бегом во Владивосток. Грандиозный переезд, перелет. Здесь совершенно другая жизнь. В других отельных сетях я бы ждала подобную вакансию лет 5 точно. Жене из Санкт-Петербурга пора точно возвращаться в Москву. Привыкаю к бордюру вместо поребрика, к подъезду вместо парадной. Когда отвечала на вопрос, зачем HR становиться директором отеля, если честно, сама не верила в это. Год трудилась над английским и изучала различные финансовые показатели. И меня это вдохновляет. Вот, отличненько.